Теперь о спорте. В копилке спортивных достижений североказахстанских боксеров еще одна медаль. Серебро на чемпионате республики по боксу среди юниоров завоевал Александр Сахно. За награды боролись порядка 150 юных спортсменов со всех областей Казахстана. Арман Баенде встретился с призером республиканского первенства. Александр Сахно был одним из претендентов на первое место. В этом виде спорта он не новичок, занимается более 6 лет. На ринге провел 3 боя, в 2 из них уверенно одержал победу. В финале уступил по очкам сопернику из Шымкента. Завоевав серебряную медаль, он не только достойно представил северный регион, но и вошел в национальную сборную Казахстана. За высокие достижения в боксе Александр благодарит своих тренеров. 2 месяца проходили сборы вот в этом зале. Соперники были подготовлены хорошо. Видно, что тоже старались, тренировались. Хочу поблагодарить тренеров Жаната Жакиана, Сидмухамбетова Рената и Жакиана Азамат за то, что они подготовили меня к этим соревнованиям. Ежегодно на чемпионат страны среди юниоров побороться за титул победителей приезжают большое количество спортсменов. В нынешнем соревновании участие принимали 152 боксера. Северный Казахстан представляли 4 юных мастера кожаной перчатки. Готовились к первенству они основательно. Тренер Азамат Жахьянов доволен результатом их выступлений на ринге. Серебряный медаль чемпионата Казахстана – это тоже очень большой результат. 152 участников – это отбор самых лучших. Приехали 152 боксера. Так как мы понимаем, что отбор на Азию и на мир – это уровень очень высокий. Рассчитывали как минимум на бронзовую медаль, но выступили еще лучше. В ближайшее время Александр Сахно отправится в Алматы на учебно-тренировочные сборы для подготовки к чемпионату Азии, который пройдет летом. Арман Баенде, Роман Куценко, новости МТРК.